Птица-носорог. Не боишься его, Маш? Нет? Смотри, интересный какой, да? А вы ему булочку кинули? Кушай, кушай. Какой молодец. Видишь? Кушай, как интересно. Он уже, наверное, наелся. Вот еще красивая птичка, называется алый ибис. Сидит на камушках. Подкорми его, только смотри, не попади в него. Кидай булочку. О, это кто тут такой бежит? Это утка. Она меня не цапнет, как ты думаешь, а? Вот мы сейчас проверим. Что-то такое впечатление, что он ругается. Опа! О, я ж тебе говорила, он опасен. Так. Глянь, сцепились. Он меня сейчас точно клюнет, нет? Прогнал его, значит, носорог. Утка по-пекински убежала. Ну что ты, хулиганишь, да? Хулиганишь? Птичка, спой, птичка, скажи что-нибудь. О, ты как умеешь. Смотри, совсем не боится. Да, можно сказать, позирует. Артист. Ой-ой-ой. Сейчас как клюнет. Красавец. Это он видит, что он смотрит, что Аня кидает хлеб, да, да. И он за ней наблюдает. Аня, можно еще вон тот подобрать и кинуть ибисом. А вот лежит на дорожке. Это наш хлебушек. О, смотри-ка. Недовольство выражает, то, что не ему хлеб дает. Где этот ибис? Да, мы сейчас подам хлебушек. Все, конец съемки. О, вот это кадр. Все, пока. Ух.